Всем привет! Это видео о том, как сделать загрузочную флешку для установки Windows 11. Для создания загрузочной флешки с Windows 11 можно использовать несколько разных способов с помощью официальной утилиты, Media Creation Tool или других инструментов. Если у вас уже имеется загрузочный ISO-образ с системой. Хочу отметить, что описанным способом можно создать загрузочную флешку Windows 11 как из-под Windows 10, так и с помощью Windows 11. А также не обязательно, чтобы компьютер, на котором создается загрузочная флешка, был совместим с Windows 11. Первый способ. Возьмите USB-флешку размером не менее 8 ГБ. Учитывайте, что при записи образа все данные с нее будут удалены. Зайдите на официальную страницу Microsoft по загрузке Windows 11, ссылку оставлю в описании. Здесь вы увидите раздел «Создание установочного носителя Windows 11». Нажмите «Скачать». Загрузится Media Creation Tool – программа установки Windows 11. После запускаем утилиту. И принимаем соглашение. На экране выбор языка и выпуска, по умолчанию установлены параметры, которые соответствуют текущей системе. При желании их можно изменить. Подтвердите ваш выбор нажатием «Далее». На данном этапе программа установки предложит выбрать носитель. Выберите USB устройство, флеш памяти и нажмите «Далее». Выберите флешку в списке съемных накопителей, на которую будете производить запись. Обратите внимание, что после нажатия «Далее» все данные с нее будут удалены. После завершения создания установочной флешки вы увидите сообщение «USB устройство флеш памяти готово». Нажмите «Готово» и ваша загрузочная флешка с Windows 11 будет готова к работе. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Второй способ будет актуален в том случае, если у вас уже имеется ISO-образ с Windows 11. Скачать его можно с той же страницы Microsoft, где Media Creation Tool. Здесь указаны все предлагаемые Microsoft варианты. Или создать с помощью Media Creation Tool. Для этого на странице Media Creation Tool выберите носитель, укажите ISO-файл, место USB устройства флеш памяти, укажите папку, куда его сохранить. И дождитесь окончания загрузки и создания образа системы. По окончанию ISO-файл Windows 11 будет сохранен в указанную папку. Для создания загрузочной флешки я воспользуюсь программой Rufus. Ссылка на скачивание будет в описании. Но Rufus не единственная программа для записи образов на носители. Аналогичных есть много. В списке популярных можно выделить следующие: Win32 Disk Imager, Ultra ISO, UNet Booting, Win2Flash, Universal USB Installer и им подобные. Итак, для начала запустите программу. Сперва выбираем нужный нам файл образа системы и нажимаем «Выбрать». Затем выбираем нужный нам тип носителя, то есть устройство USB. Если важных файлов на данном накопителе у вас нет, нажимаем «Старт». Снова подтверждаем то, что программа удалит все файлы на носителе, и ожидаем завершения копирования файлов на вашу флешку. После завершения видим сообщение «Готово», то есть загрузочная флешка готова.
можно приступать к установке Windows 11. Но имейте в виду, что установить Windows 11 с загрузочной флешки, созданной этими двумя способами, получится только на совместимом устройстве с TPM не ниже версии 2.0 и Secure Boot. Если же ваш компьютер не оборудован доверенным платформенным модулем и в нем нет режима безопасности загрузки, то при установке вы увидите ошибку о том, что ваше устройство не соответствует минимальным системным требованиям для установки Windows 11. В таком случае для установки Windows 11 на неподдерживаемый компьютер нужно создать загрузочную флешку особым способом. Их также есть несколько, но мне понравилось, как данная функция реализирована в Rufus. Тем более, что программа является абсолютно бесплатной и с открытым кодом. Процесс создания загрузочной флешки для несовместимого с Windows 11 ПК такой же. Отличием будет то, что меню параметры образа нужно выбрать Extended Windows 11 Installation, No TPM, No Secure Boot. То есть для установки на устройстве без TPM и Secure Boot. При установке Windows 11 с помощью такой флешки на ПК без TPM и Secure Boot не будет ошибки о несовместимости устройства. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи!